И всем привет, друзья! С вами Кирчик ТВ, и сегодня мы рассмотрим мод для Спинтарис. Это мод Lada Priora Hatchback. Мод имеет свои собственные колеса, имеет свой звук двигателя и свой звук сигнала. Сразу мы видим, что это таз, и у этого таза 25 тысяч единиц урона. Автор мода Хамелеон Хум. Ссылка на мод будет в описании под видео. Мод находится в общем доступе. Аддонов не имеет. Камера не настроена. Но это можно спокойно изменить. Так. Фары у нас работают. Стопори. Все работает. Так. Также автор оставил возможность включение полного привода, так как все-таки в этой игре мы на ней, скорее всего, сразу же застрянем без полного привода. Но если кто-то хочет поездить на ней как на реальной, то вот спокойно на переднем приводе, но, соответственно, мы сразу же и зарылись. И нам сейчас понадобится лебедка. Так, лебедка нам помогает. И мы спокойно едем дальше. Так, я включу пониженную передачу, чтобы нам не съехать. Ехать ровно. Так. Да, мы спокойно проехали. Я думаю, сейчас тут нам не составит труда проехать. Так, но я все-таки сглазил. Мы сейчас отсюда никак не выберемся. И поэтому ресетимся в гараже и поедем с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас перевернемся. Сразу же перевернулись. А на повышенной как? Ой, вообще скачет, скачет. Мне нужно быть поосторожнее на таких картах, так как ее сразу же разносит во все стороны, шатает и переворачивается. Так, включим полный привод, чтобы долго не мучиться. И сейчас же его выключим. Так, ну вот тут уже опять такой же мост, не знаю, проедем ли мы. Можно было бы по воде проехать, но мы уже тут застряли. А давайте попробуем под водой проехаться, насколько ее хватит. У меня ведь 25 тысяч единиц урона, должно хватить. Если она не застрянет. Да, она застряла. У нее там не было никаких шансов. Но я думаю, на этом можно заканчивать обзор. Вот такая вот Lada Priora. Для развлечения подойдет. Ну и многим любителям Lada Priora, или у кого она есть в реальной жизни, это, конечно же, понравится. И вот есть недочет, я сейчас заметил. Вот тут вот, прямо сейчас на зеркале просвечивают фонари. Ну не фонари, а фары, если так точнее быть. И вот через салон сейчас они просвечивают. Вот. Это нужно, конечно, исправить. Это что сейчас происходит? Неужели мы застряли? Да, ребят, мы застряли, похоже. Просто не можем отсюда
выехать. Ну, давайте упадем тогда вниз, раз уж. И на этом завершим обзор. Все, мы упали. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Кефирчик ТВ и Влада Приора Хэтчбэк.